Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим его мысли у вас сегодня. Что же думал ваш мужчина? Называйте его имя, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Давайте смотреть, что же он думал у вас сегодня. Ну, очень много вспоминал прошлого, сразу могу сказать. Здесь буквально мозг взрывался. Здесь мужчине нужно было сосредоточиться на других определенных моментах. Но здесь мысли о вас не давали ему покоя. Он говорит, что воспоминания очень хорошие, очень светлые, очень ясные. Те, которые ему приносят наслаждение в жизни. И в данный момент он получает больше счастья, больше внутреннего покоя, знаете, как воспоминаниями о прошлом. И в этих воспоминаниях находитесь вы. Он говорит, что ты постоянно живешь в моих мыслях, ты постоянно живешь в моей голове. Я хочу, чтобы ты меня обняла. Мне плохо без тебя. Мне плохо без тебя. Я люблю тебя. Знаешь, что только с тобой я иной. Я меняю свои энергии в светлые, в положительные. Моя аура начинает светиться. А без тебя... Вот эта темнота, которая меня окутывает, не дает мне света. А ты, как ясное солнце, освещаешь мою жизнь. И благодаря тебе я живу. Ставьте лайк для счастья и гармонии в вашей жизни. Пишите, принимаю, благодарю за исполнение. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.